На гербе города Барнаула изображена плавильная печь, в которой плавят руду. И этот символ, он весьма древний, ему больше 200 лет. На печати Барнаульского магистрата екатерининских времен уже была изображена вот эта рудоплавильная печка. Понятно, что первые полтора века истории города Барнаула связаны были с металлургическим производством. И особенность этого металлургического производства была в том, что завод построил не государство, а завод построил частный предприниматель, уральский промышленник Акин Финикич Демидов. Но обычно руду плавят там, где ее добывают, а руда лежит в горах. Каждый барнаулец понимает, что из города нашего гор не видно. Надо ехать сотни километров до гор, и встает закономерно вопрос, а почему вот здесь, на равнине, в сотнях километрах от гор, решили устраивать металлургический завод? И второй вопрос. Равнина ведь большая, а почему все-таки именно в этом месте, на устье Барнаулки, речки, люди Демидова заложили металлургическое предприятие? Вот на эти два вопроса попробуем сейчас найти ответы. Мы будем искать в архивных документах, которые, слава богу, сохранились. Есть архивы московские, где лежат письма Демидова, где лежат документы, связанные с его деятельностью, и в том числе с началом промышленного освоения алтайских недр. Свою рудную заявку Акин Финикич Демидов в 1725 году оформил, и в январе 1726 года он сам приехал в Петербург, привез образцы руд, вновь их заявил в Государственном горном ведомстве Берг-коллегии, а через месяц, в феврале 1726 года, получил разрешение на разработку медных руд в Алтайских горах. И это разрешение, так по-немецки, тогда называлось Берг-привилегия. Берг по-немецки гора, то есть горная привилегия. И с 1726 года началось промышленное освоение Алтая российским государством. Но государство при этом использовало старания, организационные способности, а самое главное – средства частного предпринимателя Демидова. И вот через несколько лет будет 300-летие этой даты, важной и для нашего края, и для России в целом. Так вот, Демидову было предписано в 1726 году те медные руды добывать и копать, и удобный к тому медный завод строить, где он пристойное место сыщет. То есть место, где строить металлургическое предприятие, должен выбирать был сам заводчик, а точнее, конечно, его приказчики и те специалисты, которые были посланы на Алтай. Вполне понятно, что завод пытались устроить там, где добывается руда, поблизости от рудника. И поэтому первый демидовский завод, Колывано-Воскресенский, он был построен рядом с Колыванским рудником, рядом с Воскресенским рудником. И отсюда такое у него двойное название. Это современная территория Куринского района, поселок Колывань. Там в 1729 году задымили печи металлургического этого предприятия, и потекла первая демидовская медь. В 1729 году был получен вот первый продукт – медь. И затем, в 1730 году, производство только наращивалось, там количество печек увеличивалось. А спустя два года, в 1732 году, туда, на демидовские предприятия, была отправлена комиссия из Берг-коллегии. И эта комиссия, оценивая работу заводчика, написала в своем заключении, что да, руды очень богатые, что в России таких богатых руд больше нету, они самые богатые были, действительно. И медь получается, металл хороший, но одна беда – мало вокруг завода леса. Встал вопрос о лесе не случайно, потому что для плавки руды
нужно высокую температуру в печи. А топливом в это время было только древесное топливо. Каменного угля еще не использовали нигде в России. Ну, нефти и газа тем более, они еще были в недрах планеты. Вот. То есть вся плавка велась на дровах, а эти дрова предварительно обжигались, превращались в древесный уголь. И вот руду смешивали с древесным углем, загружали в печку, и затем начиналась плавка. Больше того, и этой температуры не хватало. Нужна была температура выше 1000 градусов, чтобы из руды получить медь. И необходим был поддув, то есть нужно было принудительно, значит, дуть в печь кислород, и вот тогда с притоком этого воздуха уголь разгорался до красна, и температура становилась достаточной. Поэтому кроме угля нужна была еще и воздуходувная какая-то установка, мехи, вот, которые бесконечно вдували в печку воздух. Но самое главное, чтобы было топливо. Так вот, горы вокруг колыванского предприятия, они были достаточно безлесые, леса было мало. А этот лес постоянно спиливали на дрова, и в итоге можно было посчитать, сколько же в округе остается участков с древесной растительностью и на сколько лет этого леса хватит. Вот специалисты посчитали и в 1732 году пришли к заключению. На 4 плавильные печи будет лесу только на 15 лет. Вот такой вердикт был вынесен в 1732 году, что еще 15 лет заводы проработают, а затем просто не на чем будет плавить. И в итоге было принято решение всячески экономить топливо. А для плавки меди необходимо два цикла. Сначала из руды получают полуфабрикат, так называемую черную медь, а потом эту черную медь переплавляют уже на чистую. То есть в двух разных печах ведется два цикла вот этой плавки. И демидовские специалисты решили в Колыване плавить только на черную медь, а затем этот полуфабрикат, еще не готовый, грузить на корабли и по воде отправлять на Урал. С тем, чтобы вторую плавку делать уже на уральских дровах в Невьянске, в резиденции Акина Финикийча Демидова на Урале. В результате вдвое была экономия леса, вот, но зато были транспортные большие расходы, потому что нужно было этот полуфабрикат, довольно тяжелый, отправлять водой, специально строили суда и отправляли на Урал для обработки уже там. Суда плыли по Иртышу, плыли по Оби, и они плыли мимо мест, поросших лесом. Естественно, возникала мысль, что, может быть, где-то можно ближе найти район, где построить второй металлургический завод для перечистки вот этого полуфабриката черной меди. И уже в 1733 году Демидов писал своему приказчику сюда. Сохранилось это письмо, подлинное, подписанное заводчиком. Это май 1733 года. Вот. И он пишет приказчику, что писали мы ныне к Федору Архипову, чтобы он съездил на Обь и осмотрел речку Бобровку. Не лучшая ли способность может быть в постройке завода на той речке Бобровке, как лесами, так и в перевозке от колыванских заводов медных руд и черной меди. И вот он требовал осмотреть эту речку и потом нас подлинно и обстоятельно уведомить. Интересно, что в 1933 году, спустя всего 4 года после пуска колыванского предприятия, заводчик, который ни разу не был на Алтае сам, да, он в курсе буквально был всех мелочей. Он знал, что на Оби есть речка Бобровка, что там леса неплохие, и вот требовал их осмотреть. И в 1733 году специалисты демидовские ездили, они оценили леса как очень надежные вокруг Бобровки. Это, собственно, пригород Барнаула современный. И интересно, что в этом же ответе нашлось место и нашему барнаульскому бору. Они писали: «За обе рекою пришел барнаульский бор, а лесу на нем довольно.
который в ширину на 10 верст, а длиной пошел степью до реки Иртыша. То есть как второе место потенциальное был заявлен Барнаульский бор. Но все-таки считалось, что главное – это река Бобровка. И вот в течение с 33 по 38 год, 5 лет, разрабатывались планы строительства Бобровского завода, он так и назывался уже в документах. А затем что-то произошло, мы не знаем деталей, потому что вот документов нет, но приказчики демидовские этот план перечеркнули и решили все-таки строить завод на устье речки Барнаул. В итоге 28 сентября 1739 года здесь собрали крестьян демидовских, и началось строительство завода Барнаульского. Началось оно с расчистки поймы в том месте, где предполагалось весной следующего 740 года строить плотину. Ну и закономерно, что на берегу речки возник поселок демидовских строителей в 1739 году, вот осенью, потому что нужно было готовить лес для плотины. Это очень большое сооружение, а лес любят зимой. И с тех пор, вот с осени 739 года, собственно, демидовское предприятие начало строиться, а на берегу Барнаулки появился поселок, из которого затем постепенно возник город Барнаул.